Добрый день. Значит, я сейчас попытаюсь поговорить о таком направлении, таком новом термине, который я придумал. Это называется скрипт-психология и скрипт-философия. Вообще говоря, когда мы говорили о всевозможных эстетических вещах и пытались оттуда выходить в другой мир, мы видели на самом деле, что нам очень сильно не хватает слов. Слов действительно сильно не хватает, и вот, казалось бы, я тут обнаружил это слово и попытаюсь ко всему этому объему его применить. Это слово, вот это называется скрипт. Ну, что я понимаю под словом скрипт, хотя оно очень популярно. Скрипт — это некий выполняющийся сюжет, это некий выполняющий сценарий. Ну, например, чем мы вот этим занимались? Если мы вспомним наши исследования по определению, значит, подлинности текста того или того автора, то мной вместе с Евгением Николаевичем Берсеневым была как бы написана программа, которая позволяет текст анализировать. И достаточно быстро, и очень хорошо. Но выяснилось на самом деле, что она может работать с текстами определенного формата. Тогда Евгением Николаевичем была написана специальная программа, которая, находясь в папке, в этой, куда копировался, собственно, текст, переводила ее в нужный формат. Вот эта программа как бы является скриптом. То есть у тебя оказывается какой-то файл, и она с этим файлом работает. Вообще говоря, в этом смысле можно сказать о том, что жизнь человека во многом есть переход от скрипта к скрипту. Но в самом деле, Толстой замечает, что все счастливые дети, счастливые семьи счастливы одинаково. И в самом деле они счастливы одинаково, потому что это устойчивый как бы сюжет. Это то, что постоянно повторяется. Счастье имеет одну и ту же форму. Мы, оказываясь в этом ситуации счастливой семьи, обречены на то, что выполняем этот сюжет снова и снова. Точно так же можно постоянно наблюдать, что ссоры матери с дочерью носят тоже один и тот же самый характер. В общем, там нюансы, они слишком недалеки. Это один и тот же сюжет, который постоянно выполняется. Между прочим, именно на этом основан успех таких технологий, например, прогнозирования, как сценирование и, кроме того, вот расстановки Хеллингера. То есть там нет на самом деле никакой мистики, что происходит при сценировании. Дело в том, что при изучении какого-то рода каких-то событий в мире, ну, например, распада Евросоюза, да, мы тоже имеем дело с определенного рода сценарием. И этот сценарий можно постараться повторить и полностью воспроизвести в рамках совершенно другого набора акторов. То есть, ну, просто в коллективе из 10-20 человек, кто присваивает себе роли Германии, Франции, еще каких-то европейских стран и что-либо еще. И они их выполняют. И на них садится этот сценарий. Потому что сценарии, они одни и те же. Сказка о Золушке, она повторяется в различного рода модификациях. И таким образом вот это самое сценирование, именно вот такие игры, они позволяют добиться определенного рода успеха. То есть этот успех, он может быть достаточно обладать определенного рода прогностическим содержанием. Хотя обычно нет. Обычно не удается подобрать набор такого актеров, которые хоть как-то воспроизводили тот сценарий, который должен иметь место быть. Это вот такая вот вещь. Ну, точно так же и расстановка его Хеллингера. Дело в том, что в любой семье реализуется как бы некоторый конечный набор сценариев, то есть скриптов, по большому счету. Ты попадаешь в определенный род скрипт, например, дед регулярно насилует свою маленькую, ничего не напоминающую внучку. И он каким-то образом осуществляется. И набирая на роль акторов других людей, которые могут реагировать на невербальные формы коммуникации, которые представляет у нас существо, которое расставляет, то есть человек, который расставляет, да, то, значит, мы тоже можем добиваться определенного рода успеха и иметь при этом определенного рода психотерапевтический характер. Психотерапевтический характер идет из-за добавления уже психоаналитических представлений в нашу концепцию. Психоаналитические представления, они оказывается в том, что мы, если выводим что-то на первый план сознания, то таким образом мы как бы излечиваемся. Вот такие вот это самые вещи, о которых мы можем говорить. Но это было бы слишком просто. Это вот такие вот простые вещи,
что сценирование, которое есть воспроизводство скрипта, и есть точно так же воспроизводство их в расстановках Хеллингера. Проблема состоит в следующем, что человек отличается от машины, то есть он, можно его некоторую жизнь представить себе как воспроизводство определенного рода последовательности скриптов. Вот он, муж и любящий отец, вот он, успешный предприниматель, вот он кто-то еще, там, и так далее, и так далее. В любой этой ситуации мы оказываемся, что вот этот наш скрипт подменяет собой, собственно, человеческое существование. То есть человек оказывается влекомым. Точно так же, как если мы файл поместили в нужную папку, где написана вот эта наша самая программа, то эта программа с ней автоматически сделает все, что угодно. Если мы начинаем с кем-то ссориться, за А следует Б, и за Б следует В. И этому как бы нет никакого объяснения. Но человек ко всему этому скрипту, в котором он оказался, он может каким-то образом относиться. Первое, это как он это может сделать, это эстетизация происходящего. Эстетизация встает, оно в каком-то вот в украшательском, в определенного рода украшательстве, в красоте всего вот происходящего, оно как бы и реализуется. Ну вот, например, скрипт может быть источником мечтаний. Ну, например, известный рассказ Чехова «Крыжовник». В нем персонажи главные мечтают о счастливой загородной дачной жизни, и что они там, где у себя крыжовник расскажут. Это мечта о том, что показаться в определенного рода скрипте. Вот эта дачная жизнь, она во многом смысле тоже как бы такой скрипт. Ну вот, и мне вот этот вопрос давно интересовал, действительно ли с содержательной точки зрения у нас жизнь представляет себе последовательность меняющихся скриптов, каждый который к человеку не имеет никакого отношения. Мы же это отлично знаем по другим вот всяким акцентам. Вот мы можем наблюдать это здесь. Вот два у меня дивана стоят, слева и право. Если мы посадим на них участников семинара, то и на нем возникнет дискуссия. То у нас слева будет бороться справа, а право бороться слева. Но вряд ли, ну, гораздо реже бывает ситуация, когда соседи по дивану будут бороться между собой. То есть мы видим, что положение их вместе задает им определенного рода убеждения, а не убеждения задают им форму противоборства. Если они не согласны с другом, то они сядут друг напротив друга. То есть мы понимаем, что таким образом, с содержательной точки зрения, человек во многом является игрушкой стихий, определенного рода стихий, которые им управляют, и он куда не может деться. Мы, когда видим, например, девушку, и нам эта девушка, мы тоже оказываемся в власти определенного скрипта, она диктует нам определенного рода сценарий или способ за ней ухаживания, или поведение относительно к ней. И это как бы ситуация получается нестерпима для настоящего человека, то есть для нормального человека эта ситуация нестерпима. Вообще говоря, возникает здесь вот этот феномен подпольного человека, у меня таких знакомых куча, у меня почти все таковы. Люди же не работают и ничего не делают не потому, что они лентяи, а по той простой причине, что для них это как бы выйти за пределы в мир работы, в мир действия или что-то еще, это оказаться под властью того или иного скрипта. И таким образом как бы перестать быть, то есть перестать существовать. И оказывается, что непосредственный деятель как раз не деятель, вообще говоря, а он именно является деятелем по той простой причине, что, грубо говоря, для него эта проблема не стоит. Но на самом деле действует не он, а действует скрипт, который на него сел. Он просто оказался как файл в нужной папке, и им вот эта программа с ним что-то сделала. Ну, например, он там женился, завел детей, добился успеха в карьере и так далее, и так далее. А подпольный человек, он работает не поэтому, он ничего не действует, а именно потому, что для него выйти – это означает умереть. Заняться физикой или какой-нибудь наукой, допустим, это тоже означает умереть. Заняться математикой – умереть. Жениться – тоже умереть. И вот это некоторое такое зависание, это мучение перед компьютером, щелкание кнопками телевизора, есть не что иное такое, как попытка не совершать вот этот самый выбор. Выбор, на который нас обрекает. Когда мы бросаем все и начинаем как бы работать, действовать.
то как бы мы в этот самый момент мы еще и умираем. Вот. Ну, можно подумать, что вся мировая культура как бы создана одними дураками, недалекими людьми, но отчасти это действительно так оно и есть. Если вы, например, обратите внимание, почему спортсмены, особенно профессиональные спортсмены, так бывают часто успешны в жизни, а по той простой причине, что это такие специфические люди, для которых вот эта смерть в объятиях скрипта, для них проблема не состоит, они когда-то это решили, а поэтому они в этом смысле они просто действуют. Очень важно просто действовать, а не мучиться тем, чтобы отложить это действие на завтра, послезавтра или послезавтра. Вот, таковы наши, значит, это ситуации. Мы видим, что по отношению к скрипту человеческое сознание может вести себя двояким образом. Это первое, это нарочатое его приукрашивание, ну, раскрашивание всевозможными красками, улучшение, что-либо еще. И второе, оно может попытаться само по себе поломать игру, то есть оно может попытаться этот как бы скрипт, это поведение его разрушить изнутри. То есть вот тоже оно разрушит тем способом, что оно будет утверждать, что это я сам, это не скрипт на меня сел, это я сам так со мной обошелся. То есть, ну вот этот известный пример с колодкой, там офицер выгоняет с позором из полка. Ну, житейская ситуация, определенного рода действия, выгнан из полка, скрипт, описание, текст, сценарий. Но вместо этого он пытается доказать, что он где, мол, сам, это не скрипт на него сел, и не скрипт им управляет, это он где сам таким образом трудится. И вот он трудится тем самым, что он занимается позорным местом ростовщичества. Очень интересно сравнить Разумихина и Раскольникова с этой точки зрения, уже на языке Достоевского. Значит, вообще говоря, Раскольников мучим тем простым обстоятельством, что он тварь дрожащая. И это означает, что жизнь вот этого бедного студента, потом карьера, потом юрист, потом достаток. И вот эта простая жизнь, которая есть не что иное, как последовательность меняемых скриптов, его каким-то образом не устраивает. И он пытается настаивать на том, что он есть, то есть на собственной рефлексии. На том, что он где тварь дрожащая. То есть вот это как бы соавторство происходящего. Потому что ему было показано то, что в этой самой ситуации человек, его как бы нет. Его нет вот этой вот в его как бы самом, в ничтожестве. И это самое ничтожество и представляет из себя главный фокус действия романа «Преступление и наказание». Такова. А вот для его оппонента, для Разумихина, жизнь есть борьба, жизнь – прекрасный, удивительный мир. Именно поэтому он практически непосредственный деятель. Он может бороться с тем, что переходит скриптом, от скрипта к скрипту. Действительно, это прекрасный, яростный мир. На нем вот. И он, безусловно, и разбогатеет, и сделает карьеру, и вообще говоря, он славный малый. Такова вот наша, значит, эта ситуация. Ну вот представим себе картинку, как это можно приукрасить. Ну представьте себе ситуацию маленького провинциального города. И вот какая-то девочка из богатой семьи взялась и замуж вышла на мальчике, который младше меня, который очень красивый и может хороший свитер носить очень элегантно и очень великолепно. Значит, что здесь возможно для вот этого самого мальчика? Мальчик может поверить на самом деле в то, что он сам предприниматель. Это не ему достались автотранспортные предприятия с КАМАЗами, потому что он женился на девочке, которая его старше, которая его почему-то полюбила. А, допустим, значит, вот такова ситуация. Взял и поверил. А поверил, что раз он предприниматель, то он, раз предприниматель, у него много денег. Он начал ходить как предприниматель. Шубы дарить, и даже любовниц кучу завел, а по той причине, потому что у предпринимателя должно быть много любовниц. То есть мы понимаем, что он происходит это не от того, что ему нравится изменять, и тоже. Но ему как бы вот это, он тем самым вот эту ситуацию, в которой притворился, оказался вот этот самый скрипт, который на него сел, он хочет показать и иллюстрировать, что он делает где сам.
То есть он не удерживает скрипт в качестве скрипта, он пытается превратить его в бытие, в нечто настоящее, в нечто действительность. И в этом смысле человек отличается от компьютерной программы, безусловно. А теперь представим, давайте, противоположную картину. Как бы. Вот, значит, противоположная картина. Ну, он заводит себе 17-летнюю любовницу, заводит себе спортивный автомобиль, начинает на нем кататься и разбивается насмерть. И вот, оказывается, противоположная ситуация. Его вдова оказывается ситуация совершенно нестерпимой. То есть, с одной стороны, это ситуация провинциального города. Все друг друга знают и все шушукаются с семьей. Любимый человек разбился на машине, ну не просто так, а с любовницей. И так далее, и так далее. Все понимают, что он изменил. Как из этой невыносимой ситуации справиться? Доказать, что ты соавтор происходящего. И в том смысле, можно было бы, конечно, это зажечь, получить это дело эстетически, поплакать и поговорить, а потом забыть и снова выйти замуж. А тут надо устроить эту ситуацию эстетически. И как это происходит? Продаются КАМАЗы, продается квартира, спускаются деньги, и вот устраиваются такие фундаментальные похороны, где практически она со всей своей собственностью и собственностью ее семьи восходит на костер и как бы сжигается. Но его цель она состоит только здесь в одном. Не к любви и не почтению к того мальчика, который погиб на машине с ее... с его, значит, с его 17-летней любовницы. А вот именно в таком, чтобы сделать как бы больно себе. То есть вот эту самую ситуацию, как герои из «Кротки» у Достоевского превратить, значит, в ситуацию мойности собственности, или, как бы сказал Бахтин, авторство или соавторство происходящего. Вот такова, значит, наша ситуация. И вообще говоря, вот этот термин скрипта, который я сегодня только и предлагаю, значит, он и чрезвычайно мне нравится. И действительно, это можно снова скрипт психологии. И в отличие от Хеллингера, от всевозможных школ сценирования, что-то еще, надо твердо понимать, что да, человек часто оказывается во власти скриптов. Да, вместо него живут буквально часто скрипты. Он не любит сам, не ненавидит сам, не страдает сам. А тот скрипт, на который у него сел. Как посадили человека друг напротив друга на два дивана. И вот вы уже во время дискуссии оппоненты. Вот, точно так же. Он может к этому относиться двумя способами. Превратить ему статус бытия, то есть заиграть в это, значит, ситуацию. Либо утверждать статус собственного небытия. То есть то, что тебя нету. Или ситуации, то, что тебя как бы... Нет, то есть не, но ты этим самым как бы выступаешь в качестве соавтора происходящего. То есть ты разыгрываешь одну и ту же историю, которая является как бы историей несуществования. Вот, вот это самая интересная вещь. Ну и третье, конечно, это когда ты застываешь в ситуации записок из-под поля, когда ты ничего не делаешь, и когда ты любое решение, то есть способность попасть под власть скрипта, откладываешь на потом. Вот так я сегодня немного об этом рассказал, но вот этот термин скрипт-психология, который, поверьте, и мне так кажется, что ну, у меня подавляющее большинство знакомых именно вот ходит здесь, именно в этом по поле, это как бы их выбор, то есть это этот выбор постоянного откладывания происходящего и так далее, и так далее, и так далее. И попытка никем не стать. Он как бы является достаточно важным и перспективным. Я вполне допускаю, что если завестись определенного рода антуражем, то здесь есть место определенное для психотерапии. То есть если подобного рода ситуации находить, их вынимать, а человеку, находящемуся в состоянии тому, которого я описал, чисто психологической ситуации вот этой девочки с разбившимся мужем, то он может иметь достаточно интересные коммерческое приложение. Ну, то как это сделать? Ну, конечно, первый шажок я уже попытался сделать для этого, для того, чтобы придумать красивое слово. А мы знаем, что ничто не живет на этой земле, пока слово это не придумано. Поэтому вот я этот термин сегодня и предлагаю. Скрипт психология.